Двериси может стать площадкой переговоров для Баку и Еревана. Такого мнения придерживается эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе. К слову, Грузия уже исполняла роль посредника между Азербайджаном и Арменией при обмене 15 задержанных армянских военных на карты минных полей Адамского района. По словам политолога, Тбилиси также заинтересован в обеспечении мира и стабильности в регионе. Кооперация трех стран в этой плоскости может привести к реализации многочисленных проектов. Грузия может быть провайдером э, посреднического процесса, тогда как, вот, как в этом случае было с Соединенными Штатами, мог, может быть, могут быть другие, скажем так, международные партнеры. В конечном итоге Грузия может сделать очень простую вещь, предоставить площадку для переговоров, для прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном и потихоньку, что называется, закрыть дверь в комнату, обеспечив комфортные условия. Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Глава государства поздравил Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья. Иракли Гарибашвили выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления. Стороны подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений и выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двустороннего сотрудничества. По мнению экспертов, Азербайджан и Грузия могут расширить логистические связи. У нас отношения стратегического партнерства. Это означает, что наши интересы в основных сферах, как национальной безопасности, так и экономического развития. Они совпадают. Что касается Азербайджана, есть порт Алят. В Поте строится северное расширение, которое может обеспечить достаточно широкие логистические возможности грузии. Есть порт Батуми. Ну и, наконец, конечно же, необходимо строительство порта Анаклия.